отправлю. Что? Ты расплавишь своего друга? Запертая душа сделает то, что я вам мастерю, еще мощнее. Не хотите, что ли? Отец, так нельзя. Вот, подержи. Он правда очень полезный, честно. Ладно, если он и правда будет полезен. Парнишка-то мямля, а? А ничего, перерастет. Я готов к работе. Ну что, хочешь получить от меня крупицу мудрости? Как думаешь, Мимир, что Бальдру от нас нужно? Итак, что нам известно? Бальдр, без сомнения, лучший следопыт Одина. Если ты нужен ему, то, вероятно, нужен Одину. А вот чего хочет Один, это я знаю довольно неплохо. Что может быть у нас, чего нет у него? Один же царь богов. Он повелитель асов, но его власть не безгранична, и те места, каких она не достигает, привлекают его больше всего. Уж мне-то он плешь проел на этот счет.
скажу Синдри, что я бог. Вот у него рожа-то вытянется. Нет, может, я хранил твой секрет слишком долго. Но теперь тебе придется хранить наш. Я же говорил, нам нужен ключ. Что это значит? Ладно. Я могу прочесть. Тут сказано, что в Муспельхейме, огненном мире, находится вызов Сурта. Это ритуал призвания? Или серия испытаний? Надо будет выяснить. Наш юный бог не знает страха. Но зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Забудь. Парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Ютунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. Никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. Я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа — хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже! Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных! Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Что тебе может не понравиться. Ты вернешься, когда тебе что-нибудь понадобится. Ты
думали, нас это остановит? Так, куда теперь? Все сломалось. Знаешь, может, Брок все-таки прав, и у Синдри правда руки кривые? Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Thank you.
Может, дальше я ее понесу? Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Ну ладно, неси ее сам. Валькирия, надо спасти ее. Думай, прежде чем делать. Готовы мы столкнуться с таким сильным противником? Я-то готов. Да, и я тоже. Если это имеет значение. Ah!
Я благодарна вам за то, что освободили мою физическую оболочку. Как это вышло? Я не знаю. Мой разум расколот. Роксдала Валькирс. Это последнее, что я помню. Что? Вальхалла ждет. Я должна вернуться. Что-то вроде тайного зала собраний в Мидгарде. Валькириям нужно было место для встреч, укрытое от взгляда Одина. Они думали, что хорошо спрятались, но известная поговорка не зря гласит. Все отец видит все. Где это? Помните зал восьми тронов? Вроде да. Мы много разных мест повидали. Он слева от двух статуй гребцов. Я не узнал его в тот раз. Ну, не был уверен. И мы выясним, что стало с Валькириями? Этот зал был для них очень важен. Наверняка там будет то, что все прояснит. Исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство.
тоже дело рук Одина. Не попал. Мы всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым. И Фрейд. Кто злой, так это Ас. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Обвинил меня. Меня в том, что ты сделал с Магни. Родной отец назвал меня трусом. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Как скажешь. Зачем мы идем сюда? Мы что-то забыли?
думай головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо, мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет. Этот зал, но нужен другой путь наверх. Чему тебя учили? А, ты это мне? Я думал, тебе не по нраву мой тон. Ты же помнишь, что тут не подняться?
Еще одна валькирия. Мы ведь спасем ее, да? Если под спасением ты имеешь в виду оборвем ей крылья, то да. Хватит, вы оба. Решение, как поступить, принимаю я. Приготовься. Громогласная. Госпожа, скажи, как ты попала в телесную оболочку? Зачем сражалась? Не знаю. Душа валькирии не может оставаться чистой в физическом теле. Наше место в мире духов. Куда я и ухожу? Прощай! Какой целью? Я не хочу строить пустые догадки. Ты что-то знаешь? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я много чего знаю. Голова. Сигрум, королева валькирий. Она могла. Когда я видел ее в прошлый раз, она сама была воплоти. Она явилась навестить меня, когда я был уже в заточении. Зачем? Ну, нам есть что вспомнить, скажем так. Вы... были влюблены? Ох, парень, я же покраснею, наверное. Я вообще могу краснеть? Сперва охотиться на этих тварей, теперь твою бывшую искать. Это лишняя трата времени. Не лишняя. Они же валькирии, отец. Те, кто не дает умершим заполонить Мидгард. Тогда неплохо справляются. Это не их вина, брат. Кто-то не дает им выполнять свою работу. Королева? Не знаю, парень. Надо еще их поспрашивать. Если, конечно, вам не жаль времени. Слышу, но это не тема для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно.
Кит, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? Смотри.
Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Кто следующий? Сюда! Пошли! В атаку! Стой! Thank you.
Похоже, я брошу все дела. Кое-что тебе может не понравиться. Это почти то же самое, что и толстая кожа. Береги доски. Ой, тебе совет. Толстая кожа. Береги носки. Ой, тебе совет. Это почти то же самое, что и толстая кожа. Береги носки. Ой, тебе совет. Ugh.